реванш вышел, наверное, неполноценным, потому что, во-первых, у КПРФ они весь состав был по сравнению с прошлым туром. Очень хорошая команда, очень приличная. Очень тяжело с ними всегда играть, но сегодня первый тайм очень тяжелый был. Потом забили первый, потихонечку пошло. Поздравляю всех с победой. Дальше идем к первому месту, очень сильно хотим его завоевать. Будем делать для этого все возможное. Лично от себя спасибо, что спас видеокамеру.